Всем большой привет, как вы меня и просили, сегодня я приехала в магазин «Фамилия», который открылся в торговом центре «Матрица Молл» по улице Баранова. А в этом магазине я нахожусь впервые, и мне самой очень интересно прогуляться по полочкам и посмотреть, какой товар здесь продается. И сразу при входе товары с новогодними украшениями и новогодние декорации. В большом ассортименте продаются керамические статуэтки с символом года. Объемный пушистый новогодний венок с обратной стороны смотрится так. Цена 699 рублей уже со скидкой. Этот венок в кадре смотрится, наверное, так же, как и первый, но у него уже больше диаметр. И цена тоже немного отличается – 999. Этот заснеженный венок, но уже с другими декорациями – цена 649 рублей. Новогоднее декоративное украшение в виде колокольчика – цена 349 рублей. А следующая декорация, сплетенная в виде шара, немного напоминает елочную игрушку с декорацией наверху, цена такая же. Еще один заснеженный пышный венок с разными шишками. 699. Новогодние елочки разные по высоте и оформлению. Снеговик примерно высотой 80 сантиметров. По цене 1299 рублей. Увидела необычную высокую золотую елку со звездой на макушке и на подставке. Цена такой елки 649 рублей. А эта елка мне понравилась больше всего. И, кстати, такую елку можно изготовить самим. Елка не влезает в кадр, с обратной стороны смотрится так. А внутри пустая, можно замаскировать подарок. Цена 699 рублей. Невысокая позолоченная елочка уже с украшениями и в золотом горшке. Цена 299 рублей. А вот и мягкий Санта-Клаус высотой 26 сантиметров. А на дне со вставышем антистресс. 549 рублей. Декоративная новогодняя фигура в виде совы. У нее большой размер, размер с мою ладошку. 349 рублей. Птичка с большим пушистым хвостом на елку прищепляется с помощью прищепки. Цена 246 рублей. Украшение елочная фея. У нее тоже большой размер и свисающие ножки. И в этом магазине цена 299 рублей. А следующее украшение для елки. Цена 349 рублей. Второй вид пушистого ангелочка. 299 рублей. И еще одно украшение, ценник не увидела. Ну и вот так смотрится эта елка, которая представлена в этом магазине. Высота этой елки 1,80 м. Иголки на этой елке немного заснежены, и так смотрятся новогодние игрушки, которые только показывала вам. А этот ангелок немного походит на тот, что из магазина Fix Price, но выглядит он еще лучше. 299 рублей. Шикарное новогоднее украшение, не могу понять, из чего она изготовлена, не мягкая. Цена со скидкой 599 рублей. И из такого же материала можно приобрести и шар. Шар по такой же цене, что и сердце, вместе смотрится очень круто. А следующее украшение в виде шляпы с мордочкой, цена 799 рублей. Шар изготовлен из стекла. Тоже красивое украшение из стекла, 599 рублей. А следующая декорация в виде детских каруселей. Цена 1499 рублей. Эти карусели уже поменьше, и к тому же они еще и крутящиеся. 799 рублей. И еще в этом магазине можно купить обычные новогодние круглые игрушки. И различные новогодние декорации на елку. Страшненькая русалка с пушистым хвостом. 649 рублей. А новогодние украшения в виде подарков, сначала я подумала, что это подушки. Цена 149 рублей. Ассортимент получился не очень большой, но все же можно выбрать и из этих новогодних игрушек. А следующее украшение – декоративная фигура в виде фонаря. Корпус изготовлен из дерева, внутри находится стеклянный стакан. Можно подвесить. Сверху можно поставить свечу, желательно не выше стеклянного стаканчика. Продаются в двух вариантах, немного отличаются друг от друга.
Цена 1149 рублей. Здесь еще можно купить не только украшения, но и различные декорации для дома. Также горшки для цветов. И большие корзины. Корзина достаточно тяжелая и глубокая. Плетение в виде косички. Продаются в двух вариантах на ваш выбор вкуса. 1599 рублей. А следующая корзина с двумя ручками, она высокая, к низу немного сужается. 1499 рублей. А это уже подвесной подсвечник. Толстая джутовая веревка. Внутри находится стеклянная банка. Красивое плетение. И цена 999 рублей. И вместе сочетаются. Покажу общий план этих полок. Может, кому-то что-то понравилось. Посмотрите, как смотрится издалека со стороны. Это уже товары для ванной комнаты, дозаторы для мыла. Также еще к ним можно купить и стаканчики для зубных щеток. И также из разных коллекций можно купить и мыльницы. Мне понравился этот магазин, теперь я буду сюда заходить часто. Какие-то товары мне уже понравились, и продавец сказал, что здесь бывают очень часто скидки. Также можно купить форму для запекания в разных цветах и размерах. Овальные, круглые и прямоугольные. А состав этой прямоугольной формы керамика 199. Это уже высокая форма для запекания, с внешней стороны очень красивая, белая внутри. 299. Еще увидела две красивые формы, верхнюю только что показывала. Эти формы продаются в двух цветах, у них удобные ручки. Цена 349 рублей. Она достаточно тяжелая, состав керамика. Вместе смотрится отлично. Ручки большие и удобные. А еще в этом магазине продаются различные кастрюли, сотейники, сковородки. Они отличаются по форме, по размеру. Их можно купить как отдельно, так и совмещая друг с другом. Большой выбор подушек-сидушек на стуле подойдут под любой ваш интерьер. Их можно приобрести по разным размерам, и тонкие, и толстые есть, разные. Мне больше понравилась эта серая подушка в горошек, она очень мягкая и объемная. С одной стороны на двух завязках, цена 299 рублей. Большая подушка на стул размером 45 на 45 сантиметров. И смотрите, какая она высокая. С обратной стороны сшита из другой ткани. И цена такой подушки по скидке 899 рублей. Мягкая сидушка диаметром 30 сантиметров. С обратной стороны крепится на липучке. Продаются в ассортименте, отличаются цветом и высотой искусственного меха. 349 рублей. Новогодние скатерти продаются в красиво оформленной крафтовой бумаге. Цвета разные. Цена одна, 799 рублей. Можно приобрести как в спокойных, так и в ярких оттенках. Состав этой скатерти 100% хлопок. Размер 1,50 м на 2 м, цена 799 рублей. И такая же скатерть в синем цвете. Скатерть снежинки, размер 1,5 на 2 м. И цена, как и скатерть, классная, 499 рублей. И дошла я до напольных ковриков. Коврик плотный, немного колючий, такое чувство, что в составе находится шерсть. У этого коврика красивое сочетание цветов, геометрия, все как мне нравится. С обратной стороны смотрится так, все края хорошо обработаны, и он не такой колючий по сравнению с первым ковриком. Цена 1799 рублей. У этого коврика размер 1,5 м и цена 1699 рублей. Здесь огромный выбор подушек и постельных принадлежностей, и опять подушки. Различные товары для дома, скатерти, прихватки, салфетки. И различные скатерти на повседневные и на праздничные дни. Жду под этим видео ваши отзывы. Пишите, какие вам товары понравились, что бы вы купили или хотите купить. Часто ли вы ходите в этот магазин? И также можете написать, что бы вы хотели увидеть еще из этого магазина. Всем желаю добра и позитива. Всем пока-пока. До новых встреч.